Меня зовут Наталья Фомкина, и мои коллеги Наталья Миналиева, Елена Еремеева, Ольга Биндер и Анна Фирсова. И, конечно, мы, как сотрудники, тоже поддерживаем и разделяем ценности компании. И мы выбираем здоровый образ жизни. Вот, собственно, подтверждение, как мы это делаем. И сегодня мы хотим с вами поделиться некоторыми полезными лайфхаками, как мы привели здоровый образ жизни в нашу жизнь, в нашу повседневность. Я вам расскажу о своем любимом способе поддерживать здоровье в своем организме, а также стройность и хорошее настроение. Это норма по активности 10 тысяч шагов. Честно говоря, для меня это стало настоящим открытием, потому что я не знала долго об этой норме, и только в прошлом году зимой я узнала о том, что нужно каждый день ходить по 10 тысяч. Я посмотрела по шагомеру в телефоне, сколько я на самом деле делаю, какую норму. Оказалось, 4 тысячи. Я поставила перед собой цель, я буду это делать. И каждый день я не возвращалась домой, пока не пройду эту норму. Сначала было непросто, но у меня была цель. Но знаете, я открыла для себя, что на самом деле эту норму очень легко сделать, если просто приобрести привычку ходить тогда, когда можно ходить. Таким образом, я отказалась от автобуса, от эскалаторов, от лифтов. Там, где можно пройти пешком, я иду пешком. Я утром иду на работу до метро пешком, также возвращаюсь и обязательно после обеда 20-25 минут обязательно пройти быстрым, бодрым шагом. И таким образом 10 тысяч легко. У меня есть еще много полезных лайфхаков, поэтому, если что, обращайтесь. А я передаю слово коллегам. Ну а для меня очень важна поддержка близких, поддержка друзей. И я безумно рада, что я нашла эту поддержку в лице своих коллег. У нас в филиале есть чат среди отдела продаж, который называется «Красота снаружи и изнутри», где мы помогаем друг другу достигать своих целей в здоровом образе жизни. И это очень крутой инструмент, потому что, просыпаясь с утра, все, что тебе хочется, это отвернуться к стенке, укутаться в одеяло и поспать еще немного. Но ты открываешь чат и видишь, что кто-то из коллег уже проснулся, сделал зарядку, принял контрастный душ, провел 4-этапный уход за кожей лица и, более того, успел приготовить себе здоровый завтрак. Конечно, ты не можешь подвести такую команду. И более того, если сначала мне было немножко трудно, то сейчас я уже стремлюсь сделать что-то больше для того, чтобы заслужить дополнительную похвалу от своих друзей. Так что пользуйтесь, это очень крутой инструмент для достижения любых целей, в частности, для того, чтобы стать приверженцем здорового образа жизни. Спасибо! Всем привет! Ну а я, собственно, хочу вам сказать о том, что всегда сложно начинать. Вот начать — это всегда трудно. Но сейчас в мир наших технологий у всех есть смартфоны практически, да? Очень легко действительно сделать мотивационно для себя, скачать те приложения в смартфон, бесплатные приложения, все для нас. Те, которыми вы будете пользоваться на ежедневной основе, которые будут вас мотивировать. И начните с легкого, чтобы вам можно было где угодно заниматься началом спорта, да, хоть дома, хоть в своем офисе, СПО. Вот. И я вам сегодня расскажу о двух приложениях, которые мне очень-очень нравятся. Это приложение Pilates и приложение Planka, они отмечены сейчас, и йога. Ну и, собственно, эти приложения, они тоже бесплатные, очень легко их скачать, и можно выбирать там необходимое количество упражнений, выставлять самому время, то есть полностью подстроить эту программу под себя и каждый день делать эти упражнения. Я могу с гордостью сказать, что уже сейчас, вот на протяжении 87 дней я делаю планку и 60 дней я делаю пилатес. Каждое утро, независимо ни от чего, и даже сегодня перед мероприятием я сделала пилатес и планку, и чувствую, как мои мышцы укрепляются. Это очень важно. Поэтому присоединяйтесь, скачивайте такие приложения и начните свой спорт, начните с малого. Пилатес.
Меня зовут Ольга Биндер, и на самом деле для меня здоровый образ жизни – это часть моей личности, часть меня. Я с малых лет занималась фигурным катанием на профессиональном уровне. И пока другие дети ходили, я не знаю, играли после школы или что там они делали, я ходила на тренировку. Для меня здоровый образ жизни – это как бы было естественно, я не знала другого. Когда я перестала заниматься фигурным катанием на таким серьезном уровне, для меня очень не хватало вот этого вот здорового образа жизни, как естественная часть своего дня. И я постоянно его заполняла такими вещами, как здоровое питание, я увлекалась кулинарией, как приготовить вкусные блюда, которые тоже полезны. Занималась спортом, ходила в спортзал, начала заниматься бегом, который больше более доступен, чем фигурное катание. Вот. И это превратилось все в некий такой интерес. Мне очень нравится идея и как бы стиль здорового образа жизни. Я об этом всем рассказываю в своих соцсетях, в том числе на Инстаграме, как вы видите сейчас на слайде, да? Я выкладываю видео разных упражнений, выкладываю рецепты вкусных всяких полезных блюд и какие-то там другие цели, достижения, которые я совершаю со здоровым образом жизни. И я пытаюсь это все описать как что-то красивое, что-то вкусное, интересное, как стиль жизни, да? На что люди подписываются и хотят за мной следить. Я тоже вам желаю найти свой собственный интерес к здоровому образу жизни, да, то, что вам нравится. Об этом рассказывать, выкладывать это в соцсети. И за вами люди будут следить, и, соответственно, вы можете их зарекрутировать. Спасибо. Ну, а для меня, наверное, неотъемлемой частью здорового образа жизни являются интенсивные физические нагрузки в спортзале. Так как по данным Всемирной организации здравоохранения, спортом в спортзале нужно заниматься 2-3 раза в неделю. Кто выполняет это условие? Мне софиты светят в глаза или реально мало рук? Окей, ну чтобы не быть голословными, я предлагаю начать здесь и сейчас. И мы, как ваши асмы, хотим вам показать пример. Начнем мы с самого, наверное, очевидного, но не менее результативного, это с приседаний. Кто знает, как правильно приседать? Yes, рук. Все знают. Для тех, кто не знает, я хочу попросить своих коллег помочь мне встать боком к зрительному залу, руки на ширине плеч, перед собой точнее, ноги на ширине плеч, спина максимально прямая и колени не должны выходить за ступни. Итак, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Аплодисменты! Но на самом деле вам не кажется, что это было бы слишком просто, если бы мы перед вами поприседали, и на этом все закончилось? Да? Поэтому я приглашаю вас принять участие в нашем интерактиве. Вставайте все!